Добрый день. Мы рады вас приветствовать на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – Axelot МС для агропромышленных предприятий. Ведущими семинара сегодня выступят менеджер по работе с ключевыми клиентами Владимир Пархоменко и руководитель проекта направления ТМС Вячеслав Жуков. А я вам расскажу буквально пару слов о компании Axelot. Направление деятельности нашей компании – это логистика, в которую входит управление транспортом и перевозками, сегодня о ней пойдет речь более плотнее, и управление складской логистикой. Эти оба направления объединяются в управление цепочками поставок лаконично. Раньше наша компания занималась еще помимо логистики направлений ERP и интеграционными решениями, но в 2017 году эти направления были выделены в отдельные компании под названием Gradom и Datarion. Gradom, соответственно, занимается ERP проектами, Datarion занимается проектами интеграционными. Вот. И с этого момента, значит, компания Axelot концентрируется только на логистике. После отделения в компании работает более 200 человек. Значит, и мы сертифицированы по ISO 9001 с 2002 года. Сейчас мы уже получили ISO 9001-2015. Концентрация на логистике, тем не менее, позволяет нам оказывать полный спектр услуг для ваших предприятий. Это и логистический консалтинг, это и поставка всего необходимого оборудования под ключ, начиная от серверного до оборудования необходимого для транспортных проектов, для складских проектов. Вот, а также мы оказываем поддержку всех внедренных наших решений вплоть до режима 24/7. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского и за рубежом. Наши партнеры, как вы уже догадались, компания Gradom и Datarion, они являются нашими партнерами. Вот, помимо них, конечно же, компания 1С, партнеры по поставкам оборудования, Honeywell, Zebra и программного обеспечения сети Git и Microsoft. Компания Axelot является не просто разработчиком программных решений и их поставщиком, но и внедренцем. Ключевые два наших продукта – это, конечно же, Axelot МС управления транспортом и перевозками, который был выпущен в 2015 году, до 2016 года прошел обкатку и сейчас уже показывает хорошие показатели внедрений и внедрений на территории Российской Федерации. И, естественно, 1С предприятие 8 ВМС логистика управления складом. Этот продукт, который мы разработали для компании 1С, сейчас занимает уже 7-й год подряд, занимает ведущую долю рынка в России. Более 28% рынка занимает этот продукт. Преимущество нашей компании. Если вы будете сотрудничать с нами, то фактически вам гарантировано успешное внедрение. Успешное внедрение возможно в следующих ключевых моментах. Во-первых, у компании внедренца должен быть соответствующий опыт внедрения. У нас его достаточно. Мы делаем порядка сотни проектов в год. И можно сказать, что наши консультанты одни из самых опытных. Вот. Это должно быть хорошее знание продукта обязательно, потому что какой бы консультант не знал классические методологии, он не сможет внедрить нормальный продукт, если он не знает, как его настроить. Поскольку мы являемся разработчиками, конечно же, вы понимаете, что центр компетенции по этим программным продуктам находится тоже у нас. Вот эти вот два ключевых фактора плюс ваша команда внедрения – практически гарантирует внедрение программного продукта и достижение целей проекта. Ну и, конечно же, дальнейшее развитие проекта логистических ваших, которое позволит вам сэкономить средства
и повысить свою эффективность, эффективность своего, своего предприятия. И, конечно же, центр технической поддержки, который может в любом режиме осуществить поддержку внедренных решений. Итак, я передаю сейчас слово Вячеславу Жуйкову. Мы приступаем к основной части нашего вебинара. А пока я напоминаю, что вы можете вопросы свои задавать в чате. Записывайте их, в конце мы ответим на все вопросы. Вячеслав? На нашем вебинаре мы обсудим, как система AxelOTMS, управление транспортом и перевозком, позволяет решать задачи для агропромышленных предприятий и достигать поставленных целей. Те же вопросы стоят перед предприятиями, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью. Ну, во-первых, конечно же, это обеспечение полного цикла доставки с полей или ферм до конечного потребителя. Это и доставка скота, это и доставка зерна, это доставка сырого молока на производство. Следующим стоит вопрос, это доставка после того, как это все произведено, готовая продукция. Как же доставить готовую продукцию непосредственно с заводов на склады предприятий, на склады готовой продукции? Естественно, это последняя миля доставки, это доставка уже готовой продукции до конечных получателей, до конечных клиентов, конечных потребителей. Как необходимо контролировать весь процесс перевозки? Тоже один из вопросов, который встает на этапе доставки. Как быть с наемными водителями, как отслеживать и контролировать своих водителей во время исполнения рейса? Как учитывать технику, которая работает в полях? То есть это выработка и контроль расход ГСМ данной техники. Вот все эти вопросы достаточно актуальны. Соответственно, только комплексный подход позволяет решить большинство этих задач. Соответственно, AxelOTMS, управление транспортом и перевозком, позволяет охватить следующий спектр услуг. То есть это планирование маршрутов, причем с учетом мультимодальной схемы перевозок. Когда мы везем часть груза через региональный, например, склад или региональный хаб, где его перераспределяем, и далее уже довозим до конечного получателя или конечного потребителя. Это расчет стоимости перевозки, соответственно, необходимо вести учет затрат на каждом плече маршрута, на каждом звене участки доставки. Соответственно, все это позволяет делать один из модулей системы управления транспортом и перевозком. Для выбора наемных перевозчиков в системе ТМС предусмотрен тендерный портал, который позволяет по оптимальной стоимости подобрать и рейтингу, подобрать необходимых перевозчиков на исполнение того или иного маршрута или того или иного плеча маршрута. Соответственно, позволяет контролировать исполнение маршрута во время движения как при помощи систем спутникового мониторинга, установленных на собственных транспортных средствах, так и при помощи мобильных клиентов для водителей. Причем немаловажный фактор именно для доставки, например, там, готовой продукции или доставки определенного там, сырья, например, молока, поддержание температурного режима в кузове автотранспорта. Тоже система ТМС позволяет вести контроль температурного режима, отслеживать превышение или снижение температуры ниже определенной нормы. Конечно же, это управление собственным парком транспортных средств, не просто грузового парка, но также специализированной техники, техники на пассажирские перевозки и корпоративный парк, который используется там, в личных целях для доставки, например, для поездок к клиентам, для объезда магазинов с готовой продукцией. Все необходимо это учитывать и консолидировать затраты, в том числе и на собственный парк. Отдельный блок по аналитике, учету и консолидации затрат, то есть как возникающих в процессе перевозки, так и затраты, которые мы влечем за использование собственного парка. При грузоперевозках, при специализированной технике, при пассажирских перевозках. Конечно, система ТМС позволяет вводить аналитическую отчетность для принятия управленческих решений. То есть все данные по оперативной деятельности, данные по сбору затратной составляющей представлены в отчетах, которые позволяют в дальнейшем принимать определенные решения. Итак, задач достаточно много, для решения которых, в принципе, как я говорил, нужен комплексный подход. Далее мы рассмотрим более подробно процессы доставки и учета самой техники и начнем с процессов, связанных с поставкой сырья на производство, или так называемая входящая логистика. На основании плана производства, как правило, формируется потребность по доставке сырья. Это зерна, молока или доставки жирка. Непосредственно там, свиней, коров на производство для изготовления готовой продукции.
Здесь используется, соответственно, специализированный транспорт для доставки данной продукции. Необходим подбор оптимальной схемы доставки, то есть что условно, каким образом лучше доставить те или иные грузы, при этом учесть проезд через санитарные зоны, то есть полноценный учет по заявкам на сырье, так называемое. Далее подробно посмотрим эту систему, что из себя представляет, собственно говоря, заявка на перевозку груза. В заявке на перевозку груза указана вся необходимая информация по доставке. То есть, если, например, мы говорим про доставку молока, то хозяйство на молочный завод, соответственно, здесь указано, откуда и куда мы должны доставить продукцию, график забора данного молока и, соответственно, график доставки на конечный завод. Причем, как я уже говорил, что могут использоваться различные схемы доставки, в том числе, например, доставки через распределительный центр, где аккумулируется все доставленное сырье, а затем, например, централизованно доставляется на заводы, если как бы плечи достаточно обширные, либо с ферм, либо с полей по доставке груза. Соответственно, вот данная заявка, она исполняется в два плеча маршрута, то есть доставку до распределительного центра, а затем уже непосредственно на завод. Соответственно, на уровне этой заявки будет создано два плеча маршрута, два задания на перевозку и будет формировано два рейса. То есть вначале полный сбор сырья и доставка на распределительный центр, и дальше доставка с распределительного центра уже до конечного получателя. Соответственно, на каждом этапе звене доставки плеча маршрута мы собираем затратную составляющую, которая в дальнейшем нам поможет при аналитике доставки. При этом цепь поставки, по которой мы перевозим данные грузы, определяется система автоматически, подбирается с учетом оптимальности доставки, сроков доставки и времени, указанных по заявкам. Соответственно, учет мультимодальных перевозок полноценно представлен в системе ТМС. Видим, может настраиваться неограниченное количество плеч маршрута, через которые необходимо перевести данную продукцию. При планировании доставки такого сырья, например, как комбикорма, зерно, молоко, есть определенная специфика. Соответственно, есть транспортные средства, поделенные на цистерны. Нужно понимать, что, например, разные типы молока, например, утреннее, вечернее, должны быть распределены, например, по разным цистернам. Это необходимо учитывать при планировании маршрутов, при выделении транспортных средств. Соответственно, должны подбираться оптимальные прицепы на транспортные средства, которые позволяют оптимально с наименьшими трудозатратами и произвести логистику, которая позволит снизить себестоимость по доставке, но при этом оптимально загрузить транспортные средства. Что касается комбикормов, здесь тоже разные типы комбикормов должны быть распределены по разным секциям. Соответственно, достаточно специализированная техника, которая подбирается под определенную специфику продукции. Соответственно, при планировании рейсов система ТМС это учитывает, что, например, разные виды комбикормов должны быть в разных секциях, что, например, забор молока должен быть с отличным временем забора, то есть, словно, что мы должны в самом начале посетить определенное хозяйство, собрать один тип молока, а затем это же транспортное средство или другое транспортное средство должно с этого же хозяйства забрать уже вечернюю порцию молока. Соответственно, вот на примере предыдущих заявок, которые у нас едет несколько плеч маршрута, посмотрим в системе, как это выглядит. То есть у логиста есть рабочее место планирования рейсов, есть специализированное транспортное средство, на которое необходимо распределить заявки. То есть мы видим, что вот построены маршруты, это сбор всех заявок в распределительном центре, и дальше доставка уже всей продукции одним маршрутом до завода. Рассмотрим процессы доставки уже готовой продукции с производства на склады готовой продукции и доставку до конечного клиента или потребителя. Это так называемая исходящая логистика. Аналогично процесс начинается с фиксации потребности перевозки, то есть заявки на перевозку груза, которая в себе содержит всю необходимую информацию уже по доставке готовой позиции, продукции, с учетом, например, товарного состава, как этот товар, какие упаковки упакован, соответственно, для дальнейшего подбора, опять-таки, оптимального транспортного средства и подбора оптимальной доставки. Здесь стоит задача вывоза большого, например, объема продукции с заводов. Соответственно, по одной заявке может вывозиться несколькими транспортными средствами. Соответственно, в рамках одной заявки могут быть какие-то дополнительные операции, которые выполняет водитель на точке. Это сбор денежных средств,
это оформление определенных документов, которые требуют времени от водителей, которые должны учитываться при планировании маршрутов. Ну и, как я уже говорил, на уровне данных заявок необходимо учитывать не просто там, что мы что-то перевозим определенные грузовые места, а вплоть до товарного состава. Если мы говорим про готовую продукцию, то здесь возникает на точках погрузки или на точках выгрузки уже определенные вычерки. Соответственно, необходимо все это учитывать в системе, то есть необходимо вести учет вплоть до товарного состава. В системе заявка на готовую продукцию выглядит следующим образом. То есть вот у нас уже представлен груз, в нем конкретные грузовые места, определенные массы, объем, который необходимо перевести. И далее опять же указано все по отправлению, получению груза, указаны адреса доставки, время доставки, которое необходимо все это организовать. И опять же, если мы говорим, что доставка готовой продукции может выполняться в несколько плеч маршрутов, то есть мы вначале доставляем на склады готовой продукции, например, с производства, а затем уже до конечного потребителя. Соответственно, опять цикл заявки выглядит два плеча. Каждое плечо исполняется собственным транспортным средством. Затраты аккумулируются на каждом опять плече маршрута. Все это необходимо учитывать, и мы это учитываем в системе ТМС. При планировании рейсов для доставки готовой продукции есть определенная опять своя специфика для организации планирования. То есть здесь уже планирование ведется с учетом жестких, например, временных окон, которые диктуют те же, например, торговые сети. В торговых сетях есть определенный контроль за совместимостью товарных позиций, что нельзя, например, одновременно в одной машине присутствовать мясная, например, молочная продукция. Для каких-то, понятно, клиентов это, ну, они готовы закрыть на это глаза и такую доставку можно осуществить, но есть определенные жесткие ограничения для определенных именно партнеров, такие как сети там Ашан, Билла, там Тандер, которые принципиально разграничивают данную продукцию, вплоть до того, что доставка на один и тот же РЦ может выполняться в разное время разных типов продукции. Это необходимо учитывать, опять-таки, при планировании маршрутов. Также при планировании маршрутов необходимо учитывать время нахождения в той или иной точке погрузки или выгрузки. Опять-таки, если мы говорим про сетевые магазины, все мы знаем, что там достаточно длительные сроки по сдаче продукции. Если особенно ты не попал в свое временное окно, то, как правило, стоишь в общую очередь с длительным ожиданием. При планировании система должна это все учитывать. Мы собираем определенную статистику нахождения транспортных средств в определенных точках. С учетом уже этой статистики планируем оптимальный маршрут. То есть мы знаем, что транспортное средство находится, например, там, в сетях, причем в определенных сетях по определенным адресам, определенное время. Где-то 4 часа, где-то 3 часа. Если мы говорим про мелкие магазины, это может быть 20 минут. Соответственно, при планировании нам необходимо все это учитывать. Также необходимо учитывать приоритеты доставки, что в первую очередь необходимо развести те же сетевые магазины, да, потому что достаточно большие штрафы за срыв поставок. А уже более низким приоритетом являются мелкие магазины, которые можно чуть сдвинуть по доставке. Но при этом система должна контролировать доставку точных попаданий в временные окна, как для сетевых магазинов, так и для более мелких клиентов. Соответственно, в системе есть возможность вести автоматическое планирование, есть возможность ручной корректировки маршрута. То есть параметров, которым производится планирование, их достаточно много. То есть если мы говорим про готовую продукцию, то здесь уже точек доставки может быть достаточно много, как мы видим, да, на карте по Москве. При этом необходимо учитывать там ряд ограничений при доставке. Как я уже называл, это как раз-таки учет временных окон, это возможность, например, погрузки на нескольких складах, а затем доставка продукции клиентам конечным. Это, соответственно, доставка в несколько походок, когда транспортное средство может делать несколько маршрутов или несколько рейсов в один и тот же день. Еще ряд дополнительных ограничений, которые система позволяет учитывать. Понятно, что она планирует машину по оптимальной загрузке, может контролировать время нахождения в определенных точках, что снижает, например, количество простоев. Есть и ограничения, потому что, например, определенные транспортные средства или определенные
определенным клиентам в связи, например, со спецификой, например, подъезда к этим точкам, что туда нужно посылать машину с высоким бортом или с низким бортом, в зависимости от там, наличия, например, или отсутствия пандуса на погрузке или разгрузке у клиента. Аналогично то же самое с водителем, что если у него есть пропуска или оформлена медкнижка, система при планировании должна все это учитывать. Соответственно, мы все это учитываем при построении маршрутов. Как я уже говорил, одним из параметров при планировании рейсов это выступает учет совместимости продукции. Опять-таки, что мы не можем мясную продукцию в сети, например, возить совместно с мясной продукцией. То есть молочно-мясная продукция должна быть распределена либо по разным транспортным средствам, либо быть доставлена в разное время, например, одним и тем же транспортным средством, но уже, например, как несколько рейсов за один день. Соответственно, в системе также все учитывается. Ведется отдельный справочник, который позволяет вести соответствие совместимости номенклатур. В системе задается, для каких клиентов какие виды номенклатур являются совместимыми или несовместимыми. Ну, в данном случае вот для клиента Ашан представлено, что молочная продукция она не может возиться вместе с мясной. При планировании маршрутов мы используем различные геоинформационные сервисы. То есть на слайде вы можете увидеть, что с какими сервисами мы на текущий момент работаем. Это карта Axelot Maps, это карта CityGuide, наш основной партнер, это карты Яндекс, карты Google и карты OpenStreetMap. Данная карта, во-первых, позволяет, как видели, визуализировать информацию на самой карте, по точкам доставки, по маршрутам построенным, соответственно, производить геокодирование адресов, то есть однозначно привязывать определенные адреса к точки на карте, адреса к точкам на карте, что позволяет достаточно там легко планировать, вплоть до того, что вы видели название там адреса «Молочный завод», не обязательно указание точного адреса, достаточно просто точки на карте для того, чтобы система спланировала оптимальный маршрут. В любой момент времени логист может скорректировать маршрут следования, будь то на этапе планирования рейсов, соответственно, он на этапе планирования может как перекидывать между маршрутами определенную продукцию, корректировать сам маршрут и включать точки. Есть возможность вмешаться логисту уже на этапе исполнения рейса, то есть добавить какую-то точку на маршруте, забрать возврат, или же наоборот отменить точку, в которую водитель точно не успеет, потому что задержался на предыдущей. Ну и позволяет система также просматривать график загрузки транспортного средства в момент исполнения маршрута. Одна из функций системы ТМС, которая позволяет снизить себестоимость доставки, является подбор оптимального перевозчика на рейсы. Во-первых, это может производиться при помощи тендера. То есть на базе Axelot TMS организована тендерная площадка, которая позволяет отбирать перевозчиков, рассылать им заявки на доставку с определенной стоимостью. Если, например, по договору есть определенная стоимость, система ТМС может рассчитать предварительно и выслать плановую стоимость по доставке. Соответственно, все перевозчики, получившие заявки, могут скорректировать эту стоимость, сыграть, например, на понижение и прислать обратно предложение логисту. Далее логист или система в автоматическом режиме, исходя из определенных параметров, там, по рейтингу перевозчика, по низкой стоимости, соответственно, подбирает его уже на планированный маршрут. Одной из функций при доставке грузов, которой необходимо пользоваться, это контроль, следующий процесс, да, это контроль работы водителя. Что делают наемные водители, что делают свои водители, как их проконтролировать при исполнении маршрута. Особенно это актуально при доставке готовой продукции непосредственно уже с складов, так как точек доставки достаточно много, необходимо контролировать эту доставку. Android-клиент для водителя он позволяет отслеживать простой на разгрузке или простой на погрузке, или простой в целом в пути, информировать, предупреждать об этом сразу логиста. Также позволяет вести контроль движения по маршруту, позволяет вести работу с товарным составом, учитывать различные вычерки, возвраты, которые встречаются при исполнении маршрута. И позволяет в режиме реального времени взаимодействовать водителя с диспетчером. То есть водитель видит у себя электронный маршрутный лист, представленный в данном слайде. Также он видит у себя карту подъезда маршрутов,
определенные задачи, которые ему необходимо выполнить. То есть он всегда отмечает, что он прибыл в точку. Соответственно, система сразу фиксирует время прибытия и нахождения водителя на точку, будь то погрузка, будь то выгрузка. Время фиксации начала работ, то есть мы отслеживаем все простои, которые происходят на пути там, при погрузке или при разгрузке. То есть мало того, что просто приехать в точку, например, с теми же сетевыми магазинами, приехали, встали в общую очередь и стоим. Система отчитывает простои для наемного транспорта, это ваши дополнительные там, расходы. Для своего парка, соответственно, также расходная составляющая, ну, машина стоит, не работает. Соответственно, идет сразу информирование логиста. Логист может позволить водителю уехать с этой точки, например, доехать чуть позже, либо же водитель может отправить самостоятельно запрос к логисту для подтверждения, можно ли ему уехать с той или иной точки, потому что возникает длительный, например, простой. Также у водителя представлена вся детализированная информация вплоть до товарного состава по грузовым местам, за которые он должен отчитаться. Диспетчер полностью контролирует всю работу водителя. Для этого в системе предусмотрено отдельное рабочее место, которое позволяет, во-первых, вести контроль простоев, например, на погрузке, на разгрузке. То есть задаются определенные параметры в системе, по которым мы понимаем, что если не меняются долговременные координаты движения водителя, соответственно, после определенного времени, там 10, 15, 20 минут, час, в зависимости от настроенной системы, идет информирование логиста о том, что осуществляется простой в точке разгрузки. Немаловажный является фактор, это контроль простоев непосредственно в пути. То есть, когда мы видим длительную остановку, это сигнал о том, что либо машина сломалась и неисправна, но водитель об этом по каким-то причинам не сообщает, либо водитель просто там на маршруте решил лечь поспать, что грозит срывами последующих поставок. При этом система всегда пересчитывает плановый маршрут движения, и мы понимаем, а успеваем ли мы в последующие точки. Для отслеживания, то есть у логиста поставлена карта и исполняет транспортное средство, которое на текущий момент исполняет рейс. Логист видит определенную, то есть как бы картинку, как исполняется плановый, ну, то есть как исполняется плановый маршрут. Любые отклонения от планового маршрута сразу фиксируются в системе определенными событиями. То есть вот ниже представлено на рисунке, что есть планируемое событие, это планируемое опоздание в точку. То есть если, например, водителя задержали на предыдущей точке, он долго разгружался, соответственно, система пересчитает время на последующих точках и сообщит, что в такие-то точки есть планируемое опоздание. Вообще, то здесь выстроена целая событийная модель в системе, такой полноценный контроль за водителем. То есть любое отклонение от нормы, оно сразу идет информирование диспетчера. Отклонился от маршрута, информируется диспетчер. Долгий простой на погрузке или разгрузке, информирование диспетчера. Есть фактическое опоздание в точку, информируется диспетчер. Есть плановое опоздание в точку, что планируется, да, и тоже идет оповещение диспетчера. Дальше диспетчер принимает определенное решение. Либо он договаривается о переносе сроков поставки, или же говорит водителю, что нет смысла ехать в эти точки, и продукция доставляется обратно на склады. Одной из задач для водителя в процессе доставки, например, готовой продукции, это является факт выемки денежных средств с точек доставок за сданную продукцию. Соответственно, продукция может получаться при помощи, например, там, фиксации денег, либо за наличный расчет, либо при помощи специализированного оборудования онлайн-арс или посттерминалов. То есть в системе Axelot предусмотрена интеграция с онлайн-кассами или же отбивка об исполнении задач по выемке именно наличных денежных средств. Если мы говорим про онлайн-кассы, соответственно, это интеграция с платежными терминалами. Водитель приезжает в точку, сдает определенную продукцию, система пересчитывает и говорит, на какую сумму клиент набрал продукцию. Если были какие-то отказы, вычерки, все это пересчитывается, и итогово идет уже оплата по факту данной продукции. Открывается чек водителю, чек клиенту отдается, и все это сразу фиксируется в онлайн-кассе и передается в налоговую органу. В процессе доставки необходимо вести также контроль полностью холодовой цепи. То есть это интеграция с датчиками температуры. Датчики температуры могут быть установлены как на собственное транспортное средство, так и нестатичные датчики, которые могут быть выданы наемным водителям, опять-таки для отслеживания полного контроля температурного режима.
Система ТМС позволяет вести контроль температуры в кузове и своевременно оповещать при нарушении температурного режима. То есть идет подключение датчика сбора данных с бортового устройства компьютера или непосредственно с самого датчика, если мы говорим про переносные, и идет сбор информации в системе и оповещение диспетчера или логиста о том, что идет изменение по температуре. Например, температура превысила или идет пониженная температура согласно пороговому значению. В системе есть возможность вести учет контроля сопроводительных документов, которые были выданы водителю на рейс. Это как товаросопроводительный документ, так и документы непосредственно по самому рейсу. Это транспортные накладные, это товаротранспортные накладные, товарные накладные, которые водитель должен вернуть обратно. При этом всегда для каждого заказчика или для каждого получателя там настраивается свой комплект документов, который необходимо ему получить или передать водителю. И в системе ведется контроль за данными документами. То есть насколько документы можно поступили, качество, количество документов проверяется, печать и подпись, все заносится непосредственно в систему. Следующий раздел, который хотелось бы осветить, это учет парка транспортных средств. Хотелось бы начать именно с учета специализированной техники, такие как кормовозы, молоковозы, то есть полноценная система учета данных типов транспортных средств. То есть в системе представлены различные типы, которые могут быть заведены транспортных средств. Указываются все характеристики, то есть это ширина, высота, грузоподъемность транспортных средств. При необходимости может быть указано установлено оборудование на них. Соответственно, в системе производится контроль выработки этой техники. При интеграции с датчиками контроля работы оборудования можно фиксировать, например, время нахождения техники в полях, время фиксации или там, количество выполненных операций того или иного оборудования. Если мы устанавливаем датчик, то мы можем отслеживать, во-первых, не было ли у нас простоев в технике, что опять-таки сказывается на себестоимости там, в целом продукции и так далее. То есть это чем дольше техника стоит, соответственно, тем больше затрат мы несем. Техника должна работать, не просто работать, там, в холостую ездить по полю, а выполнять определенные операции. Эти операции мы также фиксируем в системе учета и контроля. Помимо специализированной техники, мы также ведем учет грузового автотранспорта в системе. Если смотреть на уровень системы, то есть это может быть принятие к учету транспортных средств, которые участвуют у нас в доставке там, готовой продукции или доставке сырья. При принятии к учету транспортных средств указывается вся необходимая информация при постановке их на учет и в дальнейшем опять-таки отслеживается их выработка. Фиксируются, какие агрегаты, там, шины, аккумуляторы установлены на транспортном средстве, какое дополнительное оборудование установлено, фиксируется начальный пробег транспортного средства, его остаточная стоимость для дальнейшей там, амортизации транспортного средства и учета затрат. Системой является выписка путевых листов, которая позволяет как раз-таки вести учет выработки транспортных средств, уже непосредственно в системе контролировать ее, вести учет ГСН, причем существуют разные типы путевых листов, которые описываются для специализированной техники, для грузового транспорта и для легкового. Система ТМС позволяет вести разрезы путевых листов в разрезе разных типов транспортных средств. Если установлены датчики на собственные транспортные средства, то возможно автоматическое заполнение данных по путевым местам, например, автоматическое снятие показаний одометра, датчика уровня топлива для фиксации конечного остатка топлива в баке, ну и, конечно же, вести выработку транспортных средств в разрезе моточасов, а также вести выработку дополнительного оборудования, установленного транспортных средств, опять-таки, в моточасах. Все это аккумулируется на уровне путевых листов, вся эта выработка, которая в дальнейшем позволяет контролировать, во-первых, саму выработку самой техники, выработку агрегатов, установленных на данной технике, и вести вот этот вот контроль эксплуатационных норм для дальнейшего, например, прохождения ТО, фиксации, например, премиальной части для водителей и прочее. Также в системе предусмотрен контроль статусов исполнения путевых листов, то есть условно, что путевка выдана, что путевка закрыта, зафиксированы по ней определенные данные, ну, то есть это начальный пробег, конечный пробег, начальный остаток топлива, конечный остаток топлива, посчитаны все нормы расхода по топливу, занесены заправки.
и путевой лист у нас закрыт и выдан следующий. На уровне, как на уровне путевых листов, так и в целом система позволяет вести учет ГСМ, то есть даже вне рамок путевых листов, если была какая-то либо заправка, но, собственно, за все это, возможно, будет зафиксировано в системе ТМС. В системе ТМС задаются нормы расхода ГСМ на каждую модель транспортного средства или при необходимости даже на каждое транспортное средство может быть задана своя норма расхода ГСМ. Ведется учет заправок и сливов топлива, есть возможность привязки к топливным картам. То есть, если нет заправки по топливным картам, тоже фиксируется в системе. Фиксируется как за наличный расчет, так и безналичный расчет заправок в системе. Учитываются нормы расходов при анализе затрат на перевозку. То есть все топливо, которое было потрачено транспортным средством, дальше кладется на себестоимость либо доставки продукции, либо работы самой техники, либо на саму технику, как один из статей затрат. В системе есть возможность проведения плановых ремонтов и технического обслуживания. Тоже достаточно такой немаловажный фактор в части операционной деятельности и в части деятельности сбора именно затратной составляющей на собственный парк. Будь то, опять-таки, грузовой парк, либо же специализированная техника, которой необходимо вести учет. То есть на уровне путевых листов мы собираем выработку по той или иному виду техники. А в дальнейшем на основании этой выработки мы можем прогнозировать плановое прохождение технического обслуживания, например, или фиксировать в системе внеплановые ремонты, которые происходят. Соответственно, в системе есть два рабочих места, которые позволяют это вести. Это отдельное рабочее место по планированию ремонтов, которое позволяет распределять для собственной ремзоны транспортные средства, где какое будет ремонтироваться, в какой период, в какие сроки. Далее осуществлять на уровне ремонтов подбор запасных, например, частей, то есть какие есть остатки на складах, какие необходимы запчасти закупить для ремонта, какие работы будут выполнены. То есть все это учитывается непосредственно при проведении плановых или внеплановых ремонтов. Есть отдельное рабочее место по управлению ремонтами, которое позволяет прогнозировать, показывать пользователю, когда необходимо проходить то или иное техническое обслуживание на определенном транспортном средстве. Исходя из выработки, мы просчитываем либо среднесуточные пробеги, фиксируем, да, либо фиксируем работу в моточасах техники, понимаем, когда наступит прохождение планового технического обслуживания. В системе есть возможность ведения учета шин, узлов и агрегатов, тоже одна из таких крупных затрат, особенно если касается грузового транспорта крупнотоннажного, специализированной техники, то есть закупка шин, замена шин. В системе ведется оформление поступления, прикрепление непосредственно к определенным транспортным средствам, фиксируется эксплуатационная норма каждого агрегата. На уровне путевых листов мы считаем выработку по каждому агрегату или шине, установленному на транспортном средстве, и предупреждаем о скорой замене, когда подходит близко уже выработка данного агрегата или шины. Помимо грузового транспорта и специализированной техники, в системе возможно учитывать корпоративный парк. То есть это легковые автомобили, которыми, например, пользуются торговые представители, или, например, это пассажирские перевозки при доставке, например, людей на заводы, или доставке на людей на поля, или выделение, например, транспорта для доставки в аэропорт и прочее. То есть, соответственно, все любое движение корпоративного парка также фиксируется в системе отдельными заявками. Это заявки на либо пассажирские перевозки, либо заявка на выделение корпоративного транспорта. Если мы говорим про пассажирские перевозки, соответственно, здесь указывается посадка-высадка пассажиров, информация, сколько необходимо забрать пассажиров, какое количество рабочих смен или какое количество ходок необходимо, чтобы транспортное средство сделало. Опять-таки, на уровне этой заявки будет создан путевой лист. То есть мы видим определенную потребность в системе, фиксируем, и фиксируем все затраты, которые мы понесем, опять-таки, на данном транспортном средстве, прохождение плановых, внеплановых ремонтов. И также учитываем, опять-таки, расход ГСМ и выписываем путевые листы, опять-таки, на корпоративный парк. Помимо всего прочего, на уровне корпоративного парка, но и в целом для грузового транспорта тоже может быть актуально, это учет штрафов, которые получают водители при езде по дорогам, соответственно, в систему попадает, опять-таки, фиксируются все эти штрафы. Дальше происходит определенное разбирательство на основании, кто будет компенсировать эти штрафы. Просто бывает, что для грузового транспорта
логист намеренно говорит, что может там водитель стать под погрузку, где указан там знак, или под разгрузку, потому что там понесенные штрафные санкции будут превышать штраф, который получит водитель. Если мы говорим про корпоративный парк, соответственно, все штрафы, понесенные водителями, использующими, там, сидящими за рулем, они перекладываются на ответственное лицо, которое в тот момент выполняло там какие-то рейсы по запланированным вот этим вот заявкам. Затем возможен учет документов и прочих затрат на собственный парк. Если говорить про документы, ведется все учет медкнижек, страховок, водительских удостоверений, что, опять-таки, немаловажно при планировании маршрутов или доставки там на завод или предприятие, чтобы водитель там был всегда пройден медосмотр, там была медкнижка на руках. В системе все это ведется учет, в том числе можно вести учет выданных страховок на транспортные средства. То есть полноценный учет документов транспортных средств водителей в системе присутствует. То есть здесь показывается, всегда отображается статус актуальности данных документов. То есть если документ просрочен, в данном случае появляется такая красная пиктограмма, действующий документ отображается зеленым цветом. Система предупреждает о том, что скорости, например, заканчивается срок действия того или иного документа. Причем для каждого типа документа может быть назначен свой срок, за который необходимо предупреждать об окончании. Например, там, для страховки за 45 дней до окончания система предупреждает о том, что скоро закончится данная страховка, и ее необходимо там будет продлить. Общие затраты. Понятно, что есть прямые затраты, которые мы в ходе там, перевозки или работы техники несем. Это затраты на ГСМ, выработку дополнительного оборудования, установленного на транспорт. Есть еще косвенные затраты. Это, например, там, амортизация транспортных средств. Это, опять-таки, например, аренда офиса или гаража. Все это, опять-таки, аккумулируется в системе ТМС и в дальнейшем там распределяется либо на транспортные средства, которые там выполняли либо доставку, либо работы, либо же все это там распределяется на определенные подразделения вплоть до различных разрезов. Мы, как раз-таки, подошли к распределению затрат. Есть достаточно гибкие правила распределения затрат в системе. Можно задать различные формулы, по которым будет происходить это распределение. Опять-таки, задать несколько уровней. Если транспортное средство выполняло технические рейсы, то есть там ездило там, на мойку, на санитарную обработку, то есть необходимо опять-таки учитывать в системе эти затраты. И можно их разнести, например, на коммерческие рейсы. Как я уже говорил ранее, в системе присутствует определенная аналитическая отчетность. Мы ее подразделяем на таких две крупных вида. Это оперативная отчетность и финансовая отчетность, которая позволяет там смотреть результат. Но основной результат, например, по финансовой отчетности, это анализ маржинальности по доставке грузов, то есть оценить себестоимость доставки каждой заявки. В данном отчете как раз представлено, какие затраты мы понесли, по каким статьям затрат. Соответственно, здесь видно, например, плановые затраты, фактические затраты, которые мы понесли в рамках там, исполнения доставки продукции, или же, например, по заявкам на пассажирские перевозки, на само транспортное средство, в данном отчетности это присутствует. Есть отчеты по, опять-таки, оперативной деятельности, которые позволяют вести детализированный контроль и учет работы спецтехники, сколько выработки она находилась там в полях, сколько было простое, так и по доставке продукции, как сырья, так и готовой продукции для конечных получателей. Соответственно, это попадание во временные окна, различные опоздания, загрузка транспортных средств по процентажу и вообще там длительность маршрута, холостые пробеги, все это в системе фиксируют. Какие эффекты могут быть достигнуты при внедрении системы ТМС? Конечно же, это, во-первых, сокращение затрат на саму доставку при помощи там, оптимально спланированных маршрутов. Это позволяет вести прозрачный учет собственных транспортных средств, то есть понимать, куда было выделено транспортное средство, сколько оно находилось в простое, сколько отработало. Вести полноценный контроль учета топлива, то есть это по выработке транспортных средств, по путевым местам, отслеживать, сколько было по норме расход, сколько по факту, экономии, пережоги. То есть, опять-таки, исходя из, например, специализированной техники, можем контролировать ее выработку, и, опять-таки, исходя из того, какое количество моточасов оно было отработано, вести полноценный контроль учета топлива. Тем самым можем сократить, когда мы ведем контроль
выработки техники можно уменьшить износ транспортных средств, во-первых, путем оптимального планирования маршрутов, то есть не перегружаем, например, транспортные средства, доставляем все в срок, вовремя, контролируем выработку специализированной техники, контролируем своевременное прохождение технического обслуживания. Дальше можно, например, если мы видим, что какие-то затраты на транспортные средства там превышают, ну, то есть оно больше находится в ремонте, чем выполняет свою работу, то есть мы выявляем неблагонадежные транспортные средства, можем их условно там либо списать, либо продать, тем самым как бы не нести вот эти вот ненужные затраты. Ну и, конечно, система позволяет вести там полноценный контроль учета документов как транспортных средств, так и водителей, так и товаросопроводительных документов. То есть, в принципе, такой комплексный подход от момента начала там, доставки продукции полей до ферм, заводов, до конечного потребителя. Вести полноценный учет специализированной техники, выделение заявок на эту технику, ее выработку, выработку каждого, например, дополнительного оборудования, установленного на данном специализированном транспортном средстве. Все это в единой системе. Коллеги, спасибо большое за внимание. Основная часть у нас кончилось. Давайте по